Кто из вас переживает, что вот именно эта тема, она очень важна в сегодняшнее время? Что наши сердца вот в течение, может быть, их 20 лет, которые мы там верующие, может, кто-то меньше, кто-то больше, они огрубели. Мы стали фамильярны друг к другу, к церквям, к общинам, стали каким-то таким чувствами, может быть, не по-настоящему построены стены, но каким-то пренапряжением мы относимся. Хотя мы любим друг друга, но где-то так вот расстояние есть. Уже я понимаю, что в Царстве Божьем нет уже ни еврея и не еврея. Тогда не должно быть ни мужского, ни женского пола. Откуда же у нас дети, да? Все-таки что-то еще есть. Моя задача, я верю пред Богом, показать другую сторону любви Мессии, где Он нас таких разных взял вместе. Он умер за нас одинаково. Хотя Он наш обещанный Мессия. Действительно, Он обещан Израилю, но Он Спаситель всего мира. Удивительный оборот речи, я, может быть, понятно. Наш Машиах, обещанный нам, обетование нам, мы ожидали его, и он стал спасителем всего мира. Мы это не можем понять. Думаю, а вы тем более. Вот эту глубину Божьей любви. И я прошу, Боже, как нам сделать это вот в наших общинах? Чтобы если в Черновцах что-то происходит, здесь люди сорвались и полетели туда, поехали, чтобы помочь там. Если что-то в Одессе что-то происходит, чтобы раз и мы делали вместе это. Господи, разрушь всякое пренебрежение, всякое превзятое отношение. Нету больших церквей или больших общин. Есть один народ. Как говорится, Иерусалим слитый в одно. И я молюсь за это. Я не могу вам передать, как это, но в 1998 году три человека, три общины собрались вместе в Одессе и решили, давайте будем молиться вместе. Три разные церкви и община. С того времени, каждые две недели, пастора одесской общин, церквей собираются вместе помолиться, пообсуждать, поговорить, делать какие-то конференции вместе, работать вместе. Мы понимаем, что кто-то может быть успешным, кто-то нет. Но не дает права нам пренебрегать друг другом. И эта конференция, или ретрит, как мы называем его, он открывает новый уровень для нас. Мы хотим, чтобы стены, которые сложились в разумах церквей и общин, особенно между и мессианскими общинами, церквями, которые существуют в мире, вот этот, мы здесь, а вы там. Мы что-то имеем здесь на голове, а у вас в голове ничего нет. Мы там еще что-то, вот кто-то говорит, вот этот русский, который взял кипу, одел, он всегда был русский, говорил по-украински, но теперь начал петь по-еврейски. Что-то странное он какой-то. И вот это пренебрежение, оно ушло. Я молюсь за это. Друзья, вот вы не понимаете, вот я молюсь за это. Чтобы вот это какое-то такое вот глупое отношение между друг другом, они ушли. Бог говорит, вы мой народ. Мой народ. Взятый в удел. И знаете, самое главное, мы взятый в удел посредством крови Мессии. Кровь Ишуа Мессии, вот Он держит нас вместе.
Если вы поедете в Китай, там тоже вас назовут братом или сестрой. Там не будут вас делить на украинцы, русские, грузины или другие. И я молюсь за это. Роджер очень хорошую тему сделал. И я верю, что мы будем продолжать это делать, двигаться дальше. Наш ретрит, он нон-стоп идет. Сейчас будет продолжаться молитва и поклонение. Но хочу вам сказать, те, кто привели детей, мы хотим поднять немножко планку для тех, кто будет детей пришли, там, мы сказали, до 8, да, лет, до 7, сейчас можно до 10, пожалуйста. Если у вас дети 10 лет, до 10 лет, вы можете послать их в детскую комнату. У нас там работают после прославления. Поэтому я прошу сейчас, чтобы мы сейчас встали наши ноги. И в этом благовении начали сразу молиться. В конце, вот это около 8:30 сегодня, наши гости будут за вас молиться, за именно то, что вы переживаете. Если вам нужна молитва, пожалуйста. Если вам нужны индивидуально какие-то отношения, тоже можно будет записывать некоторые вопросы. Для пасторов, которые приехали к нам на ретрит, которые участвуют здесь, на третьем этаже, у нас есть комната для общения, если вы хотите пообщаться с нашими гостями. Завтра приезжает еще у нас несколько гостей. Поэтому давайте ожидать что-то новое. Новое. Отец Небесный, хочется так преклониться пред Тобой и упасть и сказать, как Ты благ, что Ты нашел меня где-то далеко, в маленьком городке. Кто-то, может быть, родился в селе, кто-то, может, в большом городе, на другом континенте. Но как чудесно Ты взял нас, прижал к себе и сказал: Ты мой навеки. Ты ввел нас в семью, где евреи и неевреи служат Богу Авраама и Ицхака Якова. Как это классно! Господи, когда придет это время, когда будут говорить: это христиане, вот они идут. Когда люди будут видеть и говорить: это те верующие, которых у них все нормально. А будут звать нас в больницы, к дома, на работы, потому что знают, что с нами Бог Авраама и Ицхака Якова. Как чудесно это! Сделай нас, Эхад, одним народом. Одним народом. Да, мы различны, каждый в своей общине, с каждой со своей культурой. Я благодарен за это, Господь, что мы такие различные, но у нас есть единство, которое Тебе. Один Бог, одно крещение и одна вера. Святой, слава, 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 слава Тебе. Господь, спасибо Тебе. Продолжай это действие, Дух Святой, продолжай действовать. Да, Господь Божий. Кто бы мог раскрыться я? Да. Побудить пойти на смерть. Вредит святым рукам. Любовь. Любовь могла. Вдумайтесь в эти слова, которые поются. Кто мог нам милость пойти?
подарить. Кто этот? Кровь свою за нас пролить. И недостойных искупить. Thank you.
что мы пришли на мессианский ретрит. И как на этом мессианском ретрите не повеселиться, правда? Если Христос воскрес, оставался своими учениками, нужно поплыть вместе с Ним. Аллилуйя. Ну что, готовы? Поготовились войти в эту реку. Я знаю, что я сейчас подвожу нашу группу прославления. Не знаю, что делать со мной. Я всегда выхожу и начинаю делать то, что чувствую. А что они чувствуют, они на меня злятся. Я знаю это. Мы так. Adonai.
Скажите, кто победил в жало смерти? Кто победил силы зла? Кто славный лев от Иуды? Щит и твердыня моя. Скажите, кто победил жало смерти? Кто победил силы зла? Аллилуйя, 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 Иешуа.
песню новую.
да, 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 да. Мы приглашаем вас присоединяться к нам. Да-да-да, слава, слава, слава тебе. Больше, больше. Шабас будешь. Оп. 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 Радость Иешуа, сила моя. Радость Иешуа, сила Израиля. Он всемогущий, Машия, Господь. Он всемогущий, Он всемогущий, Машия, Господь. Он всемогущий, Он всемогущий, Машия, Господь. Он всемогущий, Он всемогущий, Машия. Если б не Господь был с нами, скажет каждый человек. Если б не Господь был с нами, скажет весь его народ. Если б не Господь был с нами, скажет дом Израиля. Если б не Господь был с нами, скажет каждый человек. Если б не Господь был с нами, скажет весь его народ. Если б не Господь был с нами, скажет дом Израиля. Иешуа, сила моя, радость Иешуа, сила Израиля, радость Иешуа. Он всемогущий, Машия, Господь. Он всемогущий, Он всемогущий, Машия, Господь. Он всемогущий, Он всемогущий, Машия, Господь. Он всемогущий, Он всемогущий, Машия. А главное начать сначала. Для каждого из нас еще раз и еще раз входить в эту реку. Начать сначала. Начать сначала. Еще раз и еще раз и еще раз. Иешуа Мессия. Нет конца. Открывает кмет хала. Машея-я-я. Открывает кмет хала. Главное начать сначала. Все, что уже было, прошло. Главное начать сначала. Для очень многих людей сказано. Еще, еще говорю. Главное начать сначала. Все, что уже было, прошло. Главное начать сначала. Все, что уже было, прошло. Аба, 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 ты как слышишь небесный. Зажги мою душу, зажги. Аба, Отец, зажги небесный. Зажигай нас, Господь. Зажги мою душу, зажги. Зажги нас. Аба, Отец, сначала. Все, что уже было, прошло. Главное начать сначала. Все, что уже было, прошло.
пламя очей, сожги честный, сожги мою душу, сожги. Аба, Отец, сожги небесный, сожги мою душу, сожги. Зайди в этот очей, сожги поток, заходи в поток Божий. Главное начать сначала, все, что лучше было прошло. Алла, Отец, зажги бесы, зажги мою душу, зажги. Алла, Отец, зажги бесы, зажги мою душу, зажги. Одни братья. Зажги, Господь, наших братьев. Братья мощнее. Еще. А ну, сестры, вторую часть.
прошло. Да-да-да, скоро он придет! Скоро он придет! О, Господь всемогущий! Ой, аллилуйя! Машина! Грядущий на небесах! Боже, Отец наш небесный, зажги мою душу, зажги!
жизнь.